силу специфики деятельности разведки, многие проведенные спецслужбами операции и имена их участников до сих пор засекречены. Понятно, что секретными остаются и данные о потерях, понесенных в ходе проведения этих операций. Однако статистика говорит, что среди фронтовых разведчиков погибали трое из пяти. В агентурной десантной разведке смертность была еще выше – 4 из 5. Вечная память солдатам Великой войны.